У нас хороший, насколько позиционной борьбы. Плотным ощущением. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a combat sambo practitioner. He stands 190 centimeters tall. His official weight, 109.8 kilos. His pro record stands at 11 victories, opposite 2 defeats. Here is the former heavyweight title contender, fighting out of Grozny, Russia. Here is Zalimkhan Achilles across the cage, his opponent fighting out of the right corner. He is an MMA practitioner. He stands 182 centimeters tall. His official weight, 116.2 kilos. His pro record stands at 20 victories, opposite 9 defeats. Fighting out of Warsaw! Марко Бройерсон, рефери в клетке. Ну, кстати, украинская фамилия у этого спортсмена, фамилия заканчивающаяся на Чук. Маршал Савчук. Опять же, это украинские фамилии. Мне, правда, она досталась. У женской линии, так скажем, но тем не менее. Очень сильные, очень яркие бойцы, и что, наверное, для всех самое интересное, это тяжеловесы. Да. Один удар здесь может решать все, и даже по предыдущему карту мы помним, что, ну, действительно, наверное, самые такие интересные бои, может быть, в силу именно фактуры, такая битва титанов, были тоже тяжеловесы. Мы можем в полной мере ожидать, что здесь также будет очень смотрящийся, очень интересный. Да, очень атлетично, конечно, смотрится Зелимхан. Но на стороне Даниэля Амельянчука может быть тот самый опыт, который он получил в UFC, сражаясь с действительно крепкими парнями, кого-то даже побеждая. Я думаю, что он в большей степени будет пытаться либо пробовать заходить под удары, либо каким-то еще способом сблизиться и переводить. Зелимхану, мне кажется, проще будет выдерживать дистанцию и расстреливать с этой самой дистанции. Хорошо, по туловищу пробил с дальней ноги Зелимхан. Оба работают в правосторонних стойках. Зелимхан продолжает обрабатывать переднюю ногу соперника и здорово действует с дистанции, пропуская оппонента мимо себя, сайдстепом в сторону. Ну, многие тренеры советуют бить, в принципе, сериями, но мне кажется, что вот одиночные очень логичны, довольно правильно. Во-первых, каждый раз Зелимхан бьет разные удары. Удар с разворота по ноге — это сильно. Опять Mortal Kombat, да? Да-да-да. Ну, кстати, это уже введенный в общий оборот удар, довольно многие уже делают прием. Да, но бьют в бедро обычно, там, в голень. Нет, я такие тоже видел, как на работе. Серьезно. Причем раньше для нас это казалось совершенно чем-то удивительным. Сейчас это просто удивительно. Да, потому что этот удар довольно редко встречается, но при всем при этом он есть. Тем не менее, вот такая практика одиноких ударов, она помогает почти свести на нет избежение польского спортсмена. Однако сам Зелимхан сейчас попробует. Ну, можно тоже что-то разнообразить. Голову попробовал. Прям Стиви Андерсон и Сильва хотел. Для тяжелого веса это круто. Я, по крайней мере, не видел никогда. По-моему, попытки были. Что выглядело еще более интересно. Нет, ну а почему? Он базовый каратист? Нет, безусловно. Как ни странно, он именно каратист. Да. Глядя на него, это последний спорт, который можно сказать. Да, когда был у нас на интервью, мы спрашивали, а капоэйра не занимался случайно? Нет, как не дошло. Хорошо, здесь зацепил соперника. Обострение. Ну, кстати, для знатоков вопрос. Заузки Джубабаев, самый титулованный в Эмитрии. Боец Бухтарчика Эмира. Какой у него вид спорта базовый? Подумайте пока, что я скажу.
Здорово пробил под опорную ногу Зеленхан поверх Даниэля Мельничука на канвас. Будет ноги. И защищается Даниэль неплохо. Про Заура, я думаю, пару предположений аудитории уже было. Удивитесь, тэквондо. Глядя на его фактуру, можно сказать в интернете, никогда не поменьше. К нашему так мало времени вы дали на размышления. Подумайте, все. Да, ну это правильно. Ой-ой-ой, сейчас опасно было, но ушел. Да, размашистый удар, но Умиев был готов, на ногах четко защищался. Минуту 20 между тем работать еще в первом раунде. Отличный лоу-кик сейчас. По месту, прям так, как надо. В тайском стиле. Здорово проваливает соперника. Вот опять обратим внимание, да? Мы говорили, как бы фист продолжение атаки. А вот здесь такой еще интересный, я не знаю, как назвать этот удар. Удар ногой, пяткой с разворота в ногу. А вот теперь уже Мельничук попытался оплатить сопернику той же монетой. Пока он такая большая расстрелка. Побежал, просто забегает на своего оппонента. А Мельничук не может на ногах подкрасться. Зеленхан хорошо чувствует дистанцию, довольно легок на ногах. Вот смотрите, а вот здесь, да, зацепил немножко Зеленхана. Даниэля Мельничук, надо быть современным. Ну, видишь, что прямые боковые читаются, не получается. Пробовать менять траекторию. Попробовал сначала в корпус ударить. 15 секунд. Неплохо. Попытка пробить с ноги в голову, но там была рука на месте. Еще раз. Теперь уже под другим углом атакует Зелимхан Умиев. Пока все. Да, но Даниэля... Кажется, сейчас у них, как я думаю, все равно больше такой, пускай грызающийся, но мишенью. Но несколько раз он так зацепил. Да-да, безусловно. А Мамед Халидов на ваших экранах. Возможно, самый известный в мире польский боец. Нашего отечественного. Кто-то же известнее Мариуша Пузановский. Вот это сейчас троллинг с вашей стороны, конечно. Вот. Но Мариуш Пузановский может быть известней, но совсем другими вещами. А нет, вот и легендарный стронгмен. Да. Я помню его такое противостояние с Джеймсом Томпсоном. Оно меня позабавило. Ну, да, Томпсон все-таки такой тоже крутой шоумен. Смотрелось это интересно. Непонятно, то ли в метре где-то потеряли карту. Все готово, все нормально. Ну что ж, продолжаем. Второй период. Второй раунд. Чувствуется нет такой над этим поединком. Что вытворяет-то? Ну, минуту сюда. А вот тут же зеркальный ответ. Это хорошо, здесь повторная атака. Знаете, в стиле, сейчас я не покажу, как это надо делать. Неплохой теперь лоу-кик уже от польского спортсмена. Ой-ой-ой-ой-ой! А как прикормил-то, дай большой палец. Вот это очень удивительно. Хорошо, да, сначала в Петро, потом тут же перевод через секунду на голову. Классно. Опытный Амельгинчук, что сказать? Ну, кстати, опытный-то опытный, но свою игру все равно пока не может навязать. Может быть, как раз вот эти попытки захода через уклон. То есть вот часто на отработке такой двойка. Ну, даже не уклон, наверное, через нырок проще. Попал. Попал сейчас Амельничук. И вот это серьезно уже, да. Круто зацепил он довольно Зеленхана Умиева.
Надо быть пособраннее немножко российскому спортсмену. И пошел почувствовать момент Амельянчук, что можно доработать. В первый раз, по-моему, у него получилось серьезно лежать. Будет ли он пробовать переводить, я думаю, что будет, получится ли. Как ни странно, этот клинч может хорошо сказаться на бое для Зелимхана, потому что у него есть шанс отдохнуть, сконцентрироваться сейчас на дыхании и на восстановлении. Потому что он таких каких-то опасных действий. И более того, сам Зелимхан может попробовать побить коленом, потому что он выше ростом, и можно попытаться достать голову. Да, вполне. Но нет, расцепился клинч, и работа идет по-прежнему на дистанции, но тревожно. Тревожно после предыдущего эпизода. Через корпус решил зайти на голову Амельянчук, и почти получилось. Причем он заходит на «вы», да, с опущенными руками, просто сокращает дистанцию. Бэкфейс только завернул это. Как бы блеснули ссылкой к вещам. Да-да-да, именно. Опять же, да, то есть таким опасно, конечно, прыжком заходит Амельянчук, и странно, что Зелимхан умеет. Кстати, знаете, в чем причина, я думаю? Зелимхан высокий парень, ну, давайте честно, да. Как парень, мужчина, 30 лет. Соответственно, у многих из них есть привычка решать вопрос за счет того, что ты просто оттягиваешь голову. Почему? Потому что обычно бойцы, кто меньше, могут и не достать. Да. Другой момент, что эта привычка не всегда, ну, то есть иногда он дает ложную надежду, что можно так уйти. Ну, конечно, ну раз не достал, два. А спортсмен, например, может сделать просто под шаг и все. Да. Не хочется произносить здесь, конечно, так ярко вспомнился поединок, первый поединок Андрея Орловского. Я не буду говорить, с кем. Давайте так. А, да-да-да. Вот, где все решило именно то, что Орловский выиграл, и потом погорел в силу того, что его соперник просто сделал подшаг. Снова удар с разворота по ноге. Очень хороший раунд пока для Даниэля Амельянчука. Реально хороший. Провалил. Молодец. И надо продолжать. Чуть-чуть сумбурно. И нашла левая рука голову Зелимхана Умиева. Ну, проявляют друг другу уважение спортсмены, показывают, что оценили действия друг друга. Меньше минуты до конца второго раунда. Такое ощущение, что Умиев поднаелся. Ну, либо взял паузу перед третьим раундом. Мне кажется, он просто останавливается, да. Важнее победить в войне, чем в битве. Да, война пока что проиграна. Точнее, битва проиграна, да, война еще нет. Ну, в любом случае, даже если Даниэль выиграл этот раунд, 1-1. Да? И, возможно, как раз благодаря вот этим действиям, Зелимхан отдыхает, он сможет эффективно действовать в третьем раунде. Будем на это надеяться. Второй раунд закончен. И, кстати, этот раунд увенчал Зелимхан Умиев хорошим попаданием, таким скользь, правда, с передней ноги в голову. Так периодически очень опасно постреливает российский спортсмен. Да, совершенно неожиданный такой удар ногой от Даниэля. Я чего угодно мог ожидать, но только нет. Да, при такой комплекции еще, да? То есть... Да, это, ну, я знаю всего несколько случаев, когда бойцы с его комплекцией поступали так эффективно. А возможно, здесь сказалась привычка самбийской куртки у Зелимхана. Обратите внимание, он делал подхват, не закрепив его захватом руки. Как будто он в этот момент держал его за куртку. Кто знает, может быть, рефлекс наработанный способ.
Опять же, друзья, это наши фантазии, да, не принимайте за истину в последней инстанции. Итак, ну, давайте. Это предположение, но да. Да. Оно было аргументировано. Хороший удар по туловищу. Ногой. Вертушка. Но вовремя убрал голову Мельничук. Ну, вертушка, в общем, была не самая скоростная. Вот чем хороши вот эти фронт-кики, они хорошо дистанцируют. Прямые удары ногами. Поактивнее стал работать Мельничук. Идет вперед. Да, Даниэль, конечно, чувствуется, что... Ну, не то, чтобы поймал свою игру, а нужное расположение духа поймал. Что технические действия это не всегда конвертируются, а вот... Внутреннее ощущение, что все делалось правильно, да? По-моему, пытался сейчас подсечь переднюю ногу, да, соперника Галимхан Умеев, такое ощущение было. Очень опасно было, хорошо, что не в голову целил Мельничук. В таком каратистском стиле, да, лоу-кик и сразу в корпус. Так часто разбрасываются, знаете, да? Хоп, прямо с кандо вы знаете. Ну что ж, если действительно Зелимхан Умеев берег тело на третий раунд, то самое время начать их тратить. Да, я не очень понимаю вот эти удары в голень, то есть они очень травматичные, но... Неподготовленный голень, если у того побьет, ему тоже не сладко. Сейчас прихватил шею Мельничук. И опять на выходе из клинча опасный удар сильнейшей левой ноги в исполнении Даниэля. Here, going for a takedown, you gotta get caught bomb. Like I said, heavyweights is all about top guy. So you gotta take a bad shot, get stuffed underneath of heavier guy. Да, устал. Устал, умею, совершенно очевидно. Да, и фронт-кики. Видно, что фронт-кики сейчас уже идут немножко вскользь по двум причинам, потому что Даниэль все-таки уже вспотел, спускают удары. И начинают уже понимать, что будут именно они, и как бы чуть-чуть пускает их положением тела под откос. Как раз это хороший вариант, чтобы они тоже очень хорошо заходят на движение. Затянутый удар у Зелимхана, к большому сожалению, попытка сблизить ни к чему не привела. Более того, сейчас так оттягивал соперника на нужную дистанцию для себя Мельничук и мог пробивать, в общем-то. Как он уже это делал еще раз с ноги. Но, правда, в туловище. Причем интересно, что Зелимхан умеет разительно выше, а Мельничука им все равно достает ногами в голову. Хорошая растяжка, хорошая техника. Да, я согласен с вами по поводу Даниэля. А могу сказать, что судьи наверняка посчитают в его пользу прессинг. Так, да, это очень важный показатель в смешанных единоборствах. И это фиксировали в своих записках. Еще раз попал. Это нужно иметь в виду. Не хочется это говорить, но создается такое ощущение, которое крепнет с каждой секундой, что Зелимхан уже совсем смирился. Нет, ну смирился-то вряд ли, но просто у него физически, мне кажется, сейчас не получается немножко его игра. То ли дело в некоторых ударах пропущенных, то ли просто... Я не могу сказать, может быть, просто как-то... Родные трибуны Даниэлю так помогают. Ну, кстати, родные трибуны так, не так слышны, как, например, в предыдущих поединках, когда там были барабаны, когда были кричалки, скандирования. А, может быть, так наоборот, они же должны были напитаться этой энергией и сейчас выплескивать ее во славу собственного бойца. Перевод. Ключевой перевод здесь. Ну, кстати, прошел, мне кажется, с Зелимханом. Прошел, конечно. Тут все остальные разговоры в пользу бедных. Почему? Из-за чего? Опять вы со своими классическими центрами. Вы, небось, и детство читали. Well,
здорово, здорово для варшавской публики. Я думаю, что это хороший подарок, потому что, вероятнее всего, Даниэль все-таки забрал второй раунд, и мы с вами увидим судейское решение в его пользу. Да, есть такое ощущение. К сожалению, Зеленчан Умиев не смог продемонстрировать все, на что он способен, весь свой потенциал, который, безусловно, есть. Были светлые моменты, были очень хорошие. Не, ну работал он здорово, просто, возможно, какая-то акклиматизация, да? 2 часа, наверное, это не так много, но путешествие, чужая страна, в основном все поединки он проводил в России, может быть, это как-то сказал. Я думаю, что судьи, тренерский штаб, Google расскажет об этом намного лучше, чем мы. В любом случае, все причины, если результат все-таки такой, как мы думаем, проанализированы, сделаны выводы, и следующая страница наверняка снова будет болеть. Хотелось бы верить. Но, опять-таки, возможно, мы сейчас все это рассуждаем зря, потому что мы еще не слышали, что, собственно, сказали. Да, мы вот так все пироги распределили, все коврички. Ну, 2 топовых бойца, а в любом случае победителем должен выйти один. Смотрим. Да, победа.